Чья это машина? Да ваша, я брал ее у вас на прокат. Зацепил собаку. Собаку? Нехило. Заходите. Попал в аварию, как видите. Когда я выпью, то теряю над собой контроль. Вы что, пили? Ну да, немного. Номера на машине есть? Были. Надеюсь, вы покроете часть издержек. Я же у вас ее брал на прокат. Но как полагается, мне не светит расплачиваться за все. Вам придется заплатить за все. Ну, не думаю. Вы мне поможете. Нет, вы же отказались от дополнительной страховки. Вот, посмотрите этот пункт. Да это все бумажки. Это юридический документ. Ну, наверное, я уже был под датой, когда подписывал. Давайте это как-то уладим. Заплатите за машину, да и все. Но вы же покроете часть. Ничего мы покрывать не будем. Я вернул машину с полным баком бензина. Вы вернули разбитую машину. С полным баком бензина. Бензин здесь вообще ни при чем. Это просто возмутительно. Никогда еще ничего подобного не было. В смысле? Да, такого никогда не было. Мне нечем платить. А придется. Не буду. Давайте вы тут во всем разбирайтесь, а я пошел. Но за машину нужно заплатить.